Сложные операции на сердце и сосудах делать стало намного проще. В региональном сосудистом центре хирурги работают с помощью современного ангиографа. Этот аппарат используют для диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. С помощью установки можно выявлять патологии кровеносной системы и повреждения сосудов. Доктора уже оценили преимущества современного гаджета. Данный аппарат является уникальным. У него очень широкий спектр операций, которых мы можем выполнять на нем. Также имеется возможность синхронизации с такими аппаратами, как компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф. Таким образом, мы можем перед оперативным вмешательством на пациенте получить максимальное количество данных об этом пациенте и заранее планировать ход своей операции. С помощью нового аппарата хирурги провели более 1000 операций. Пациенты благодарят врачей за спасенные жизни. В среду случился инфаркт. Меня срочно оперативно с барыша привезли сюда, в отделение кардиологии. И сделали мне стентирование, операцию. Операция длилась где-то час с лишним. Хорошо, прекрасно. Себя сейчас чувствую. Но операция проходила, как доктор сказал, сейчас новое оборудование. Я ничего не чувствовал, нормально, отлично. Просто замечательно. В следующем году с помощью ангиографа будут оперировать не только сердечников, но и пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.